Существует несколько разновидностей цифровых пианино. Каждый тип подходит для определенных целей. Выбирайте подходящую разновидность, исходя из своих задач. Переносные цифровые пианино. Ценятся за небольшие размеры, возможность перемещения и доступную цену. Такие инструменты могут устанавливаться на металлическую стойку или деревянный стенд. Могут дополнительно оснащаться педалями. Большинство из них требуют подключения к электропитанию, а также отдельные модели, которые работают от батареек. Корпусные пианино. Это готовый комплект. У большинства корпусных пианино кабинет с тремя педалями и крышка клавиатуры являются частью конструкции. Большие динамики и массивный корпус дают им более объемное и сильное звучание, чем у переносных. Кроме того, внешний вид напоминает больше обычное пианино, тогда как переносные пианино кажутся нам больше похожими на синтезатор. Есть еще один более редкий вид – это сценические фортепиано. Они, как правило, не обладают встроенными колонками, поскольку рассчитаны на подключение к усилительной или записывающей аппаратуре на сцене или в студии. Это дорогие инструменты с качественным звучанием и широкими возможностями работы со звуком.